Уважаемые друзья, подписчики и гости нашего канала. Что я вам могу сказать еще? Вот опять настало множество премьер песен моих. И сейчас одна из них прозвучит. Песня. Итак, полетели, друзья. Занималось морозное солнце на небе, и, как правило, отблеск лучей на снегу, как блистал серебром. В воздухе я заметил блеск морозный серебряный. Все наяву, а мороз небольшой, даже уши не мерзнут. Пес Василий со мной рядышком на снегу во внимание был. Чуть слегка неподвижен, в мыслях только одно. Все вольготно ему, воздух чуть серебрился, на солнце искрился, подрастали сосульки в конце января. Потихоньку из труб дым березы клубился, я встречаю с рассветом приход февраля. А январь уже, считай, почти проходит, и во встреча ожидает с февралем. А потом и месяц мак нам на подходе. Несомненно, мы весну от счастья ждем. А январь уже, считай, почти проходит, его встреча ожидай с февралем. А потом и месяц мак нам на подходе. Несомненно, мы весну от счастья ждем. От мороза замерзшие ягоды рдели, удержаться сумели еще на ветвях. Лишь от зимних всех птиц на ветвях поредели, куши повника будто несчастный в глазах. Растворялось морозное зимнее утро, и сугробы блестели в морозном плену. На душе от чего-то теплом потянуло, то ли это от радости ждем все весну. А январь уже, считай, почти проходит, его встреча ожидает с февралем. А потом и месяц мак к нам на подходе. Несомненно, мы весну от счастья ждем. А январь уже, считай, почти проходит, его встреча ожидает с февралем. А потом и месяц мак к нам на подходе. Несомненно, мы весну от счастья ждем.